Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Этот парень решил узнать, можно ли во фритюре пожарить воду. Из воды он сделал удобную форму, обмакнул в яйца, муку, панировку, а после обжарил в масле. У тебя получилось. И походу получилось с первой попытки. У нас получилось, мы пожарили во фритюре воду. Возможно, первыми в мире. Так. Это круто. Этому человеку понадобилась операция по установке искусственного сердца. Он решил записать, как оно звучит. Вот как выглядит пролет американских военных вертолетов во время спортивных соревнований. Вот классный прием, который можно использовать, когда нужно поднять кого-то тяжелее вас. Интересная вещь, которую я узнал, когда вчера ел банан. Если надавливать на банан посередине, то можно понять, что он состоит из трех отдельных частей. Вот что видит пилот самолета, когда летит в снежную бурю. Эта собака застряла в замерзшем озере, и ей помогают спастись. Давай. Давай, тащи. Тащи. Давай. 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 Хороший мальчик. Хороший мальчик. Давай. Давай. Хороший мальчик. Камень, который переливается, выглядит пушистым внутри. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. А перевел и озвучил виски. Ага.